Следственное управление Следственного комитета России отмечает 7-летие. За эти годы сформирована профессиональная команда следователей, которая дислоцируется во всех районах республики. Из года в год увеличиваются показатели раскрываемости преступлений, тяжких и особо тяжких. Отмечается положительная динамика по раскрытию коррупционных дел. Процент раскрываемости остается стабильно высоким, составляет около 95% по убийствам, мужчин причинением тяжкого для здоровья повреждения смерти по половым преступлениям, что значительно выше средних показателей Российской Федерации. Успешно расследованные преступления, вызвавшие широкий общественный резонанс в убийствах, противоречащих обстоятельствах, половых преступлениях, нарушений совершеннолетних, собственных хищениях, коррупционных преступлений, совершенных высокопоставленными должностными лицами, главами муниципальных образований, в этом органах власти республиканского уровня. Конечно, добиваться результатов было бы невозможно без качественного взаимодействия с прокуратурой, полицией, Федеральной службой безопасности, правоохранительными органами, органами власти и управления, судебными органами. Сегодня мы выражаем им глубокую признательность за помощь в нашей общей эпидемии борьбы с преступностью.